На теплых склонах гор тюльпаны, как ковер, звенят ручьи и детский смех, и соловьи. А после гроз дыхание роз пьяня плывет до самых звезд. Вершин слепящий снег и рек бурлящий бег, и в городах сень листвы в пустых садах, и птичий грай, и в сердце май, все это ты, любимый край. Жениться не халву съесть. Правильно, Анвар, правильно. Да. Ребята, они опять здесь. Арсений, да? Сколько дней ждем, а ответа все еще нет. Гульнара, Гульнара. Прекрасный, как роза. Правильно, сосед. Им хорошо, а нам каково? Правильно. Валикум ассалам, салам. Папа перед вами извиняется и просит несколько дней подождать. А почему должны его ждать? Да, почему, а потому что у Гульнары нет дома, а без нее не обойдется. Без нее в наше время никто ничего не может решить. До свидания, Ранух. До свидания. Счастливый путь, Гульнара. Не забудь привезти новые песни. Обязательно привезу. В небе ветер озорной гонит облака, словно сверстница за мной, скоро бежит река. Как прекрасен белый свет, я иду за песней вслед, и меня счастливей в мире нет. Нет, каждый новый поворот я с волнением жду. Ах, сердцу кажется, вот-вот я любовь найду. Сколько звезд, цветов и птиц на пути моем, сколько добрых рук и лиц вижу я кругом. Как прекрасен белый свет, я иду за песней вслед, и меня счастливей в мире нет. Каждый новый поворот я с волнением жду, сердце кажется, вот-вот я любовь найду. Таджикистана, утонувший в зелени саду. Эту песню сердцем нежным без волнения петь я не могу. О седых вершинах снежных и ручьях звенящих на бегу. Так прими, мой салон, добрый, а
Пай наших и старших цветников. Песню в дар ты прими, и крути, как сына ласково пришло. Над Несарской долиной от Нурека до Бамирских круг. Всюду гул труда длинный, проплывает светил и могу. Добрый край таджикский, ставший цветников, песню в дар ты прими, и груди, как сына, ласково прижми. Подносят вам халат и тюбетейку жениха, а невесту вы найдете сами. Благодарю, спасибо, спасибо. Так, опа, так. И где бы я ни был, сердцем я всегда с вами. И так как тут речь зашла о женихе и невесте, я хочу спеть вам свою новую песню, песню о женихе и невесте. В старинной сказке принц прошагал 100 дорог, у сердца с лаской, храня любви. Башмачок все повторяется вновь, в пути я дальнем зову печально, где ты, любовь, и всюду в каждом окне, и в каждой встрече твой образ вечно чудится мне. Вечно чудит.
пришла, Рустам Жан. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ну что новенького? Вот билеты до Баку. Завтра прямым рейсом. На концерт вы успеете. Спасибо, спасибо, моя рамка. Налейте мне чего-нибудь, Рустам Жан. Да, пожалуйста. Ну как, трудно если было? Если вы да? знали, как мне достались эти билеты. Девушка, можно вас на минутку? Что вам заказать? Что а? Будем заказывать? А, право не знаю. Пожалуй, таджикский плов. И что-нибудь сладенького. Абалам, чего-нибудь остренького. Да, ханум любит остренького. По-мирски да. салат у нее с перцем подзлее. Да, а пока будем пить шампанское. Да, простите. Ханум, да? а вы мне так и не рассказали, почему вы бросили работу следователя? Рустамджан, я всегда видела всех мужчин насквозь. Неужели? Да. И чтобы окончательно не разочароваться в них, я решила переменить профессию. Бедные мужчины. Вы знаете, таджики, как я в этом убедилась, не являются исключением. Мужчины здесь так же наивны. А один мой взгляд наповал сразил начальника аэропорта. Да, он готов был отдать мне не только билет на самолет, даже свое сердце. Но я, как порядочная бакинка, я решила пощадить его. Да, 12 детей, жена. Но он просто богатырь, настоящий богатырь. Вы знаете, на вид спокойный, а глаза... Эти пронзительные таджикские глаза. Ханум, вы поступили как настоящая бакинка. Браво. Ой, Балам, разве могло быть иначе? Итак, я пью за ваш успех. Да-да-да. За окончание гастролей в Таджикистане. Здравствуйте. 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 Режиссер Народного театра Махмудали Шараф Султанович. О-о-о. У нас к вам небольшая просьба. Мой администратор Майрам Ханум. О, Ханум, я рад с вами познакомиться. Самая лучшая бакинка. Познакомьтесь, пожалуйста, наш хормейстер, художественный руководитель хора пенсионеров Зебо Хон. Пожалуйста. Приятно. Рустам Ибрагимов. Очень пожалуйста, приятно. Присаживайтесь. Спасибо. Вы знаете, Рустам Джан, вы избраны почетным членом жюри заключительного тура смотра самодеятельных коллективов. И вас, Майрам Ханум, рады видеть. К сожалению, мы завтра уже улетаем. Да, улетаем. О, а заключительный тур сегодня. Вы успеете его посмотреть. И не пожалеете, у нас много талантов. Стройно поют. Шараф Султанович, что это хор? Сводный хор пенсионеров коммунальных предприятий. Правда, хорошо поет. Как молодо хорошо. Звучит. Коллега, как вы находите песню? Не знаю. А где глубина мысли, актуальность темы, я вас спрашиваю? Айбалам, откуда я знаю? А вы не обращайте на него внимания. Он же балетмейстер, и притом глухой, вот да. как? Что он сказал? Ничего особенного. Все хорошо, дорогой. Можно подвести итоги. Молодцы. Дорогие члены жюри, смотр самодеятельных коллективов окончен. Подождите! Здравствуйте. В чем дело? Я хочу танцевать. Я приехала из дальнего кишлака. От нас, кроме меня, больше никого нет. Все на уборке. Пожалуйста, разрешите мне выступить. Дорогое дитя мое, у нас смотр коллективов, а вы одна, вы солистка. Да и смотр уже окончен. Я не солистка. Я здесь представляю большой коллектив «Сад Винсовхоза».
Вот, пожалуйста, смотрите, проверяйте. Вот удостоверение, разрешение. Вот-вот, все есть. Разрешите мне выступить. А не разрешите, никуда не уйду. Давайте посмотрим ее. Что ж, пожалуйста. Да, я думаю, что можно в виде исключения. Не возражаете? Конечно, такая красавица. Прошу вас, покажите свое искусство. Уважаемый член жюри, смотр окончен, подведем итоги. Дорогой гость, первое слово вам. Прошу. Спасибо. Я восхищен ярким искусством последней исполнительницы, не знаю, как ее звать. Она чудесно танцевала. И если остальные не я против... Я просто потрясена. Я тоже. Кто за? Друзья, первый приз «Инструменты для духового оркестра» присуждается коллективу, еще не знаем какому, в лице вот этой девушки. Девушка, прошу на сцену, прошу. А ее нет. Она уехала на велосипеде. А остался только башмачок. Можно взглянуть? Пожалуйста. Башмачок, башмачок. Где же твоя хозяйка? Позвольте взглянуть. Пожалуйста. Туфельки новые куплены в магазине «Восточная сказка». Что делать? Понятия не имею. Ну что ж, этим придется заняться милиции. А почему милиции? Для того, чтобы вручить ей приз. А можно я вам буду помогать? Ну, если так хотите. Если не будет возражений со стороны жюри. Какие могут быть возражения? Пожалуйста. Пожалуйста, будем работать вместе. Хорошо. Очень приятно. Вам спасибо. Раечка, скажите, пожалуйста, который час? Что вы так волнуетесь, Ханом? Еще полтора часа до вылета. Ну где он мог так задержаться? Вы знаете? Да. Вам очень идет таджикское платье. Что вы? Прелестно. Правда? Я шила его здесь, на память о Таджикистане, об удачных гастролях. Вы в нем похожи на какую-то знаменитую актрису. Так я же была артисткой балета. Что вы говорите? Ну как же. Как я танцевала. Ах, как я танцевала. Не хуже вашей горянки. Вы знаете, весь Баку стоя аплодировал мне. Что вы говорите? Ай, Балам, это было так давно. Невероятно. Как быстро летит время. Как быстро. Все пропало. Что? Кто? Он ушел. Куда? Ушел в горы. Как? Один? Ведь это так страшно. Что вы, Ханом, это так романтично. Во-первых, он не один, а с ним лейтенант милиции. Вы помните?
Какой лейтенант? Который с нами сидел в жюри. Нет, не лейтенант, сержант милиции. И с ним какая-то большая-большая собака. А зачем собака? Зачем? Чтобы шла по его следу и нюхала. Ах, я так и знала, что эта горянка покорит сердце нашего Ростовчана. Дорогая Хам, не беспокойтесь, все будет хорошо. Знаете, что мы сделаем? Значит так, я сейчас пойду за машиной, возьму для вас машину. Зачем? И вы непременно должны поехать с нами и найти его, ведь вы бывший следователь, верно? Вы пойдете с севера, я с юга, и возьмем его в клещи. Нет, я беру розыск в свои руки. Хорошо. Теперь за Рустама можно не волноваться. Его судьба в надежных руках. Видно, это судьба. Видно, час мой пробил. Я взгляну на тебя и навек полюбил. Полюбил, не успев даже имя узнать, чтоб его как напев без конца повторять. Ночью и днем сердце мое пламя любви горит. Решено, затерялся твой след, но найду все равно, хоть пройду целый свет, потому что нести буду в дальнем краю глаз сияние в пути и улыбку пою. Ночью и днем в сердце моем пламя любви горит. Ночью и днем властвуя в нем образ мой царит. Ну как, доченька, что нового в городе? Как там поживает тетушка Хосятхон, дядушка Турабек, бабушка Дильбархон, дедушка Рахимджан? Папа, я никого не застала дома. Они все уехали на свадьбу. На свадьбу? На чью свадьбу, доченька? Дедушка Рахимджан женится. Кто? Кто женится? Дедушка Рахимджан, вы не знали? Жениху 100 лет. Сейчас хорошее время, доченька. Наш совхоз вырастил большой урожай. Теперь пойдет свадьба за свадьбой, свадьба за свадьбой. И я хочу, доченька, увидеть тебя счастливой. Хочу нянчить своих внуков и внучек. Да и перед твоими женихами мне, понимаешь, неудобно. Ведь я обещал дать им окончательный ответ. Ну, неужели ты не можешь выбрать среди них самого достойного, а? Папа, я согласна. Вот наконец-то. Но вы должны поставить перед ними 3 условия. Что-что? 3 условия. И тот, кто выполнит их, станет моим... мужем. Дорогие дяди женихи, папа просит под вечером чайхану. Зачем? На конкурс женихов. Thank you.
хорошо танцуете. Здорово, лучше здорово, всякого джигита. Что вы? Что вы? Ребята, а что если дедушка Хасан испытает свое счастье? Нет! Надо, дедушка Хасан. Да. А что? Можно испробовать, сынок? Вдруг мне холостаку, старому холостаку, выпадет счастье. И буду я на всем земном шарике самым счастливым, счастливым из всех людей. Дядюшка Хасан! Дядюшка Хасан! Что? А вы не боитесь, что шутить перестанете, а? Я перестану шутить? Да. Чего? Побеждай тот, у кого больше силы и выдержки. Да, правильно говорит. Да. Давай руку. Руку давай. Вот так. Дорога осилит идущий. Держись. Помогай ему, помогай. Втроем давайте. Вот тебя. Ассаламу алейкум. Пойдем со мной, сынок. Прошу садиться, дорогие товарищи шенихи. Садитесь, садитесь. Можно начинать, сынок? Можно, папа. Спасибо. Дорогие товарищи шенихи, все вы знаете мою любимую дочь Гульнару. Она не только лучший бригадир, но, как вам известно, является активисткой нашего самодеятельного коллектива, руководит которым уже много лет мой друг, директор этой чудесной чайханы Хасан Хасанович. Навсегда ушли в проклятое прошлое. Такие позорные пережитки, как Колым и многоженство. Золотые слова, Камалака! И главное, вовремя сказано. Осторожно, горячий сынок. А между прочим, дорогие товарищи женихи, как вы знаете, женщины приносят в дом счастье и... Колбу, папа! Да что ты, сынок? Сейчас многие молодые люди стали безответственно относиться к браку. А это привело к тому, что к нашему стыду, товарищи, кривая разводов стала подниматься. Как видите, далеко не каждый жених может стать хорошим мужем. А прежде чем получить такое звание, надо его заслужить, надо добиться признания, то есть... Бороться! Правильно! Камалака, а как бороться? Да, как бороться, правильно спрашивает? Очень просто. Надо выполнить 3 небольших задания. На силу, ловкость и что? Сообразительность. О, сообразительность! Первое. Надо одним ударом топора рассечь пень карагача. Второе. Постой, дорогой мой друг. Поймать зубами яблоко и вытащить его из косы с вином. Третье. Для обмена творческим опытом привести к нам сюда, в чайхану, азербайджанского артиста Рустама Ибрагимова. Тот, кто выполнит все 3 условия, будет моим любимым зятем. Дядюшка Хасан. Что? Боюсь, что я не подготовлен к соревнованию. Почему? Ни морально, ни физически. Лучше пойду к Раношке посватаюсь. Там соревноваться не с кем. Погоди, племянчик. Я тебе помогу, и она будет твоей. Это говорю я. А мое слово, как дамасской стал. Камалака, дорогой друг, ага.
У меня к тебе есть один вопрос. Пожалуйста. Я могу принять участие в соревнованиях, а? Конечно. Ну? Ну? Гульнара будет рада. Дядя. Молодец, молодец. Иди, иди играй. Не лучше ли тебе, дорогой мой друг, сидеть в чайхане, рассказывать анекдоты и катать на своем фатюне детишек кишлака? Ну куда ты лезешь? Камалака. Неужели тебе угнаться за этими молодцами? Сам подумай. А, ты вот как думаешь обо мне? И это мой друг, мой лучший друг, да? Ты даже не знаешь, кто я такой. Да-да, не знаешь. Я барс. Я лев. Барс, лев. Лев. Барс, а, лев. Лев. Ну ладно, попробуй. Попробуем. Молодец, Рекс. Вперед, вперед. Вот он. Оставаться на своих местах? Которые из них? Я даже не знаю, все они так прекрасны. Но ее здесь нет. Прошу извинить, чей это башмачок? Это не ваш! Не ваш? Нет! Ага! Извините, девушки, что мой Рикс прервал ваш красивый танец. Вы что, девушки, готовитесь к фестивалю? Да, точно, товарищ капитан! Что? Я еще не капитан, я всего-навсего старший сержант милиции. Ну что ж, танцевали вы очень красиво, только вы упустили одну деталь. Когда рука у вас поднимается плавно, нужно, чтобы плечо поднималось рукой вместе. И вот так, кшталя-кшталя-кшталя-кшталя, и будет очень красиво. Ну ладно, тогда извините за беспокойство, служба есть служба, я вас покидаю. Всего хорошего, больших вам творческих успехов. Спасибо, до свидания. Большая. До свидания. Ага, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Нет ее здесь. Что делать? До свидания, красавица. За мной, Рекс. До свидания. До свидания. Счастливого пути, товарищ капитан. Так. Молодец. Наим Холов провалился. Записал? Так, молодец, сынок. Так, дальше. Номер 8. Абдурахман Теляев. Я. Так, 1945 год рождения. Вот, да, вы правильно. Хорошо, ну начинай. Слушай, начинай. Ну, когда холостаки соревнуются, ой, понятно. А ты куда лезешь? Ты уже и так еле жив. Вообще ихняя порода такая. Все такая. Точно похожа на своего отца. Странно. Шаров ага. А? И он хотел еще жениться на моей дочери. Ну и уморил. Да. Вот так, сынок. Номер 9. Ахлаванов. Я, Камалака. Прошу. Ассалам алейкум! Ассалам!
очень хорошо. Вот с чем я не согласен. Он должен был разбить пен топором, а не головой. Хасан Джон, он по молодости немножко перепутал, да. Ради любви голове не жалко. Молодец! Так, номер 10 и последний. Хасан Хасанович, год рождения 1920. Люди всегда женятся по любви, Хану. А балам, любовь. Любовь придумали писатели. Поверьте моему опыту, я, дорогой, 3 раза обжигалась. Если бы любовь была настоящая, то вам бы не пришлось страдать. Ва, настоящая? Я не так глупа, чтобы пройти мимо настоящей любви. Я пока еще не встречала такой любви. Айбала, куда мы едем, а? Прямо, Ханум. Сатвин совхоз или колхоз, как вы сказали. Вот и хорошо, очень хорошо. Поедем в колхоз. Ты знаешь, я хочу своими глазами посмотреть колхозное хозяйство. Мне нужны каракулевые шкурки. Конечно, по твердым колхозным ценам. Ну, мой новый таджикский друг, поедем в колхоз. Есть колхоз, Ханум. Задание. Тогда твоя шутка обернется большой бедой. Нет, он не выполнит этого. Почему? Потому что Рустам давно в Баку. Скажи, дорогой, а ты ел азербайджанский люлю-кебаб? А ты кисарский плов ел, а? А ты пробовал каспийскую осетрину, а? А ты ел форель жареный душанбинский? Ничто не сможет сравниться с бакинскими тефтелями. А ты пробовал когда-нибудь таджикский ляпша? Нет. Ну ничего, я скоро тебя угощу. Попробуешь, язык проглотишь. Эх, Рекс, Рекс, сколько шпионов, разведчиков, диверсантов, уголовных талантов переловил, а один башмачок найти не можешь, а? Ну скажи, пожалуйста, эх, Рекс, неужели ты не в силах помочь? Ну давай найдем поскорее, ну пожалуйста. А? Ты куда, Рекс? Ты куда, Рекс? Внимание, кажется, свет. Что вы делаете? Башмак в его доме. Господи. Молодец, Рекс. Молодец. Впервые вижу говорящую табаку. Бывает. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Хасан Хасанович Хасанков. Рустам Ибрагимович Ибрагимов. Какой Ибрагимов? Как какой? Обыкновенный Рустам Ибрагимов. Из Азербайджана. Азербайджанец. Тот самый, который... Тот самый, который поет, да. Ты как с неба свалился на мое счастье. Что с тобой, дорогой? А ты не верешь? Не, зачем мне врать? Потом не будешь обижаться? На что мне обижаться? Рустам! Молодец, молодец! Что? Рекс напал на след, карауль его, а я сейчас вернусь. Хорошо. Рекс, вперед, вперед. Я вижу заслуженную у вас собачку. От нее не убежишь, под землей. Стой! 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 Стой!
Да, кстати, вы так и не рассказали. А откуда у вас этот оригинальный экипаж? На этом файтоне удирал за границу один царский генерал со своим дочерью-красавцем. Удрал он от отряда красных, которым командовал мой отец. Ну, тогда не было асфальта. Файтон застрял, генерал убежал, не вязал с собой даже красавицу дочь. А что с ней было дальше? Удивительная история. Пришлось ей остаться в отряд отца. Плов варила, научилась стрелять, словом, стала настоящим бойцом. А потом она полюбила моего отца, и на свете появился я. Это очень интересно. Ну а теперь, для чего вы меня похитили, если это не секрет? Немного потерпите, и все потом узнаете. Это похлеще, чем история моей жизни и этого файтона. Хасан Хасанович, а можно один нескромный вопрос? Пожалуйста, дорогой. А почему вы не женитесь? Я мечтаю о настоящей любви. А такой, какая была у моего отца и матери. Но время летит, проходит, как легкий ветерок, а ее все нет и нет. Моя любовь тоже промелькнула на миг, потеряла башмачок, исчезла. Ну и что? Бывает. Один теряет башмачок, другие сердце. Это жизнь. Ну вот что. Давай. Давай выпьем. Ой, хватит. Нельзя. Мне пить надо. Пусть эта встреча и нам придет счастье. Вперед, Рекс. След, след. След, Рекс. След, вперед. Стоп, Рекс. Все ясно. Слышишь, Рекс, музыка. Вперед.
Сидеть, Рекс, сидеть! Он всегда волнуется, когда нападает на след. Извините, что я прервал ваш отдых. Я сам люблю танцевать и петь. Не знаете, чей это башмачок? Ну, если бы вы знали, что ее ожидает. А что ее ждет? Тюрьма, да? Что вы, хуже? О, мой Рекс никогда не ошибался. Он обязательно найдет хозяйку башмачка. Вот увидите, обязательно найдет. Обязательно. Куда бьешь-ка? Рекс! Вперед! Вперед, Рекс! Слышите крик? А? Кричат. Это какая-нибудь съемка, а про шпионов что-то снимает. Помогите! Да очень искренне кричат. Люди! У нас артисты замечательные, они умеют кричать. На сцене их иногда плохо слышно, а в кино... В кино почему они так хорошо кричат, не знают. Что случилось? Сынок, сейчас, подожди, сейчас я помогу. Помогу, не бойся, сейчас. Ну что, сынок, она жива? Я нашел ее, молим, я нашел, хозяйку башмачка. Гульнара, это же она, наша невеста. Чья невеста? Наша, моего племянника невеста. Благодаря тебе, Рустам Ибрагимов, благодаря тебе она и станет его женой. Хасан-ака, вы знаете, я полюбил ее с первого взгляда. И вот брожу по этим дорогам только ради нее, понимаете? Я бросил все, даже гастроли. Вы должны помочь мне жениться на ней, понятно? Дорогой мой Рустам, я всю жизнь помогаю людям жениться. А кто будет мне помогать? Как у нее бьется сердце? Идея, я помогу. А? Я уже нашел невесту. Прекрасно, очаровательная Майрам Ханум. Да? Правда? Правда? Ханум. Ханум. Договорились. Вот моя рука. Ты привези Ханум и получишь красавицу Гульнару. В старинной сказке принц прошагал 100 дорог. У сердца с лаской, храня любви, башмачок все повторяется вновь. В пути я дальнем зову печально, где ты, любовь, и всюду в каждом окне, и в каждой встрече твой образ свет.
Капитан, капитан, подтянитесь, только смирно покоряется река. Рекс! Рекс, ко мне! Ко мне, Рекс! Рекс, ты все-таки нашел меня, иди налево, вниз, вниз! Так, так, молодец! Я знал, что ты найдешь меня, я знал! Хорошо, когда у человека есть друг, как Рекс. Иди, иди, Рекс, иди, иди ко мне, Рекс. Прошагал 100 дорог, башмачок, 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 мой башмачок, башмачок. Прошагал 100 дорог, башмачок, башмачок, ай, башмачок. Прошагал 100 дорог, башмачок. Ой, вы... это вы? Здравствуйте, я искал отсюда, по всем кишлакам. Я не могу жить без вас, петь не могу. Нет, нет. Ну почему? Поздно. Как? Дядюшка Хасан хочет, чтобы я вышла замуж за Анвара. За Анвара? Своим приездом вы только все испортили. Так значит, Хасан. Ах, предатель, я разоблачу его. Нет, 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 не надо. Вы этим ничего не выиграете, а проиграете. Надо придумать какой-то более остроумный выход. Ну скажите, вы согласны мне помочь? Да. Ну тогда я его прощаю. А? Ну что будем делать? А если... украсть вас? А вот украсть, пожалуй, можно. Вы умница! Куда едем? Баку. Вот здорово. Никого нет. Давайте быстрее руку. Вот так, садитесь. Сейчас все будет хорошо. Ну, вперед, ура! Попался, дорогой кавказский соловей! Это нечестно. Ого, нечестно. У невесты есть родственники. Папа, брат, я... Не позволь меня пусти. Весь коллектив совхоза. Подожди, подожди. У нас невесты не крадут, не крадут. Это здесь не принято. Понимаешь или нет? Постой, постой же. Спокойно, спокойно. Давай поговорим откровенно. Если ты решил это серьезно, то прислай сватов. И мы все без тебя обсудим. Хорошо? И решим. Но ведь все мои родственники в Азербайджане. Не надо спешить. Не надо торопиться. Надо верить в свою любовь. И терпеливо ее ждать. Она непременно придет, а иначе на всю жизнь останешься холостяком. Ну а как мне быть? Надо. Ну что мне делать? Надо прежде всего успокоиться, охладить свой темперамент. Для этого я не знаю лучшего лекарства, чем глоток хорошего чая. Пойдем ко мне чахану и будем крепкий зеленый чай пить. Я зеленый чай не пью. Нет, будешь пить? Нет, не буду. Ты же собираешься жениться? А что, разве помогает? Фу. Пошли. Странно. А? Тогда пожалуй. Вот так. Здравствуйте, девушка. Соедините меня с Баку. Баку занят. Ну, на одну минуту. Сейчас говорит какая-то женщина. Вот она. Клади больше чая высшего сорта. Хорошо. Лошадь не забудь кормить. Не беспокойтесь. Посетителей будет больше, нам будет хорошо. Правда? Правда, правда. Ва! Я так и знала. Когда приезжают почетные гости, как правило...
правило, в таких заведениях что-нибудь да не так. То ревизия, то учет, а у вас санитарный день. Смешно. Стоит вам захотеть, и я открою для вас все двери. Одно ваше слово, и я открою свое сердце. Что-что? Я говорю, открой сердце. Ха, Абулам, ваше сердце еще пригодится вашей жене. У меня нет жены, Марьям хан. Откуда вы меня знаете? Я всех женщин вижу насквозь, дорогая Марьям ханум. Ах, опять эти жгучие глаза. Ах, Марьям ханум, если бы только знали, если бы вы только могли... Скажите, пожалуйста, где тут дом дядюшки Хасана? Зачем вам его дом, ханум, когда он сам здесь? Вот он. Вау. Это вы? Вы, Майрам, клянусь, почти цветок. Сердцем к вам стремлюсь, как мотылек. Ах, не надо льстить, незачем спешить. Как бы крылья вам не опалить. Что за взгляд у вас, он как кинжал. Ранен блеском глаз я наповал. Льстите вы опять, вы должны понять. Скромных женщин так нельзя смущать. Бушует кровь, как пожар в окне, горит любовь. Но вулкан ведь стар, да горит пожар, и холодным пеплом станет жар. Нет, клянусь, Майрам, огонь любви погасить не дам в своей крови. Что ж, Хасан-ага, вот моя рука, вместе мы сгорим наверняка. Да, да. Ничего. Это она мне рассказала. Правильно я говорю? Правильно, да? Правильно. Прошу. Давай. Дорогой Камалака, подумайте, посудите сами. Имеем ли мы право после этого препятствовать женитьбе вашей дочери, Гульнары, и... Рустама Ибрагимова? Рустам Ибрагимова. Соловья Азербайджана. Соловья. Я забыл вам сказать. Хорошо, хорошо. Соловья? Я согласен. Не можем препятствовать. Не можем. Не можем. Нет, молодец, нет. Молодец. Вы поступили честно и благородно. Дорогая Майрам ханум. Да. Я счастлив за вас. Спасибо. И за тебя, дорогой мой друг Хасан Хасанович. Спасибо. Дорогая Майрам ханум. Берегите моего друга. Обязательно. И прошу, не забывайте нас. Пишите нам. Ва! Вы столько попробуйте написать. Я выцарапаю ему эти черные таджикские глаза. И он будет писать. И я каждый день вам буду писать. Спасибо, Майрам ханум. Я буду очень, очень счастлива породниться с вами. Я тоже рад за вас. Ну что ж, друзья мои. Если наши дети любят друг друга, о, пусть живут счастливо. Вы же собирались жениться на Гульнаре. Я? Я не хотел. Это все дядя Хасан. Он уговорил меня, я убеждал его, отказывался свататься. Кого же вы любите? Рано. Хотите верить, хотите нет. Только вас.
тебе ветер озорной гонит облака. Словно сверстница за мной, с гор бежит река. Как прекрасен белый свет, я иду за песней вслед. И меня счастливее в мире нет. Каждый новый поворот я с волнением жду. Ах, сердце кажется вот-вот, я любовь найду. Сколько звезд, цветов и птиц на пути моем, сколько добрых рук и лиц вижу я кругом. Как прекрасен белый свет, я иду за песней вслед, и меня счастливее в мире нет. Каждый новый поворот я с волнением жду, сердце кажется вот-вот я любовь найду.